Юбилей, который праздновали даже не неделю, декаду. 370-ю годовщину со дня создания города отмечают с первого дня осени. Основные вехи истории Ульяновска – главная тема классных и краеведческих часов. Для всех жаждущих новых знаний и открытий – ночь науки и прогулки с философами. О городе для города – джазовый фестиваль «Все свои». День благотворительности – народное голосование за десятку самых знаковых городских мест. Задействованы все организации города, промышленные предприятия, школы, детские сады, учреждения, которые работают с центрами активного долголетия. Основная цель наша при проведении декады – это чтобы каждый житель окунулся в эту атмосферу юбилея города и принял участие в тематических и культурных мероприятиях. Основная волна праздничных торжеств 9 сентября. По традиции на двух площадях – центральной городской и рядом с педагогическим университетом. Эспланада наполнена разноплановыми фотозонами, интерактивными площадками. В основе концепции – личные истории каждого из горожан. Темы любые – от любви до первого посещения Ульяновска. Город – это мы, о разнообразии увлечений и возможностях их реализации. Например, в соревнованиях по мото-джимхана. Состязания на площади в областной администрации объединили открытый чемпионат Ульяновской области и четвертый заключительный этап чемпионата Приволжского федерального округа. Более полусотни спортсменов из 10 регионов страны. Это очень большой плюс, то, что мы проводим День города, потому что про мото-джимхану, как молодой вид спорта, знает не очень много народу, это будет полезно и нам, и это будет очень интересно зрителям, потому что очень зрелищные заезды, особенно вот круизеры на больших мотоциклах, когда уже будут выступать спортсмены, профессионалы, у которых очень высокий уровень владения мотоциклом, это будет зрелищно, я думаю, очень интересно будет и посмотреть и как ульяновцам, так и гостям нашего города. Дарящий вдохновение, познавательный, веселый или по-семейному душевный. У каждого праздник свой. Но для каждого на память море положительных эмоций и разноплановых фотографий. Последние в основе концепции праздничной программы «Город – это мы». Лучшие снимки истории в подарок юбиляру. Ну и, конечно же, не один юбилей, тем более такой внушительный, не обходится без поздравительных слов и признаний в любви. День 370-летия Ульяновска его жители были щедры на слова. Сегодня участвовали во флешмобе «Город – это мы». Впервые мы это на себе почувствовали, что это такое настроение выше, зашкаливает. Процветание, счастье, ясного неба над головой. У нас хороший город, с днем рождения его, ему процветание и экономического роста. Что пожелаем? Чтобы процветал, чтобы всегда у нас было такое же настроение, было всегда отлично, чтобы у нас все было. И ничего нам за это не было. Гульнара Шарипова, Иван Демидов, репортер 73.